Сегодня 9 мая, 75 лет Великой Победы. Каждая семья вспоминает своих родственников, знакомых, которые внесли вклад в эту победу. Мы тоже вспоминаем сегодня отца, деда, прадеда Николаева Василия Антиповича, который войну встретил, когда ему было 14 лет, и 3 года помогал партизанам в лесах Псковской области. А 18 лет уже служил и в освобождении, участвовал в освобождении эстонского острова Саарема в танковых войсках. Получил контузию. Мой дядя, папин брат родной, Николаев Николай Антипович, прошел 2 войны, финскую и Великую Отечественную. В финской войне он получил медаль за отвагу, за взятие языка. В Великой Отечественной войне он имеет 2 ордена Великой Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орден славы 3-й степени, медаль за оборону Ленинграда, медаль за победу над Германией. Мы хотим спеть известную всем песню и вспомнить тех, кто воевал, тех, кто защищал наш город Петербург, тогда Ленинград. Пусть вместе с нами земля ленинградская вспомнит былые дела, вспомнит, как русская сила солдатская немцев за Тихвин гнала. Вспомним мы тех, кто командовал родами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло сжимая врагу. Будут в предании навеки прославлены под пулеметной пургой наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амгой. Наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амгой.